Лефортово. Юго-восточная часть Москвы по реке Яузе, где в конце 17 века стоял полк Франца Яковлевича Лефорта. В 1706-1707 годах Петр I создал в Лефортове первый в России военный госпиталь. Архитектор Иван Васильевич Иготов в 1802 году построил для госпиталя обширное каменное здание. Ныне здесь располагается главный военный госпиталь имени Бурденко. Во второй половине XVIII века в Лефортове был сооружен Большой Екатерининский дворец, впоследствии превращенный Павлом I в казармы. С 1824 года в здании дворца располагались московские кадетские корпуса.